Дополнительные средства из нацфонда направят на социально значимые проекты. Сегодня Мажилис принял поправки в закон о республиканском бюджете на 2024-2026 годы. Они разработаны в связи с изменением параметров республиканского бюджета. Уточнен прогноз доходов на 2024 год без поступления трансфертов составил 14 триллионов 100 миллиардов тенге. Это на 2 триллиона тенге меньше прогнозного плана. В частности, по налоговым поступлениям бюджет уменьшится на 3 триллиона тенге. При этом по неналоговым поступлениям ожидается рост на 1 триллион тенге. В результате целевые трансферты из нацфонда планируется увеличить на 2 триллиона. Средства направят на развитие регионов, социально значимые и стратегически важные инфраструктурные проекты.